В октябре 2019 года стало известно, что шоумен ушел с ТНТ, где проработал почти 15 лет на конкурирующий канал СТС. Артист заключил эксклюзивный контракт на несколько лет, возглавив вместе с Сергеем Светлаковым новое шоу «Русские не смеются». После перехода на СТС Галустян начал активно участвовать в производстве сериалов и шоу-проектов телеканала и как актер, и как продюсер. Так, в 2010-м Михаил снялся в сериале «Миша портит все». В том же году актер участвовал и в съемках фильма «Артек. Большое путешествие».